Администрация Кировского района Самары сообщает, что большая семья как крупная организация, и для процветания ей нужна поддержка. Нацпроект «Демография» предусматривает два варианта материальной помощи семьям с детьми – материнский капитал и ежемесячные выплаты, федеральные и региональные, которые можно оформить на каждого ребенка. Чтобы узнать больше о вариантах господдержки, переходите на сайт нацпроекты.рф. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что студентам, обучающимся по программам высшего медобразования по договору целевого обучения, предоставляется ежемесячная выплата. Она осуществляется на условиях софинансирования областного и муниципального бюджетов и составляет 2000 рублей. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Администрация Ленинского района сообщает, что автономной некоммерческой организацией Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и акционерным обществом Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства проводится федеральный конкурс по молодежному предпринимательству «Создай наше». Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства в Российской Федерации и оказанию помощи молодежи в продвижении собственного бизнеса. В ходе конкурсного отбора будут выбраны 30 человек, которые получат грант в размере 1 миллиона рублей для развития своего предпринимательского проекта, а также информационное продвижение проекта, помощь в получении государственных мер поддержки и поиски дополнительных инвестиций для развития проекта. В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет. Конкурс пройдет на цифровой платформе msp.rf.